Мне как-то купаться будет. И вообще чуть пофигу, где нырять. Да. Серьезно? Да. Вот она отсюда прыганет? Ну, не знаю. Там же дно неизвестно. Ну, нет, вот, скорее всего, здесь вон она прыгает. Там же дно, мам, неизвестно. Для нее уже все известно. О май гад, какой катер маленький. Такое ощущение, что она на ките там плавает. О май гад. Ника, это было супер. Ну все, зато она теперь вся уже мокрая. Ну это было настоящее плавание. Все, пошли опять плавать. Давай еще туда там. Давай, иди и плавай. А ты хочешь там постоять? Да. Тебе надо? Тебе бросить ее? Ладно, вот теперь кроссовки надо мыть. А что ты туда полезла, в эту грязь, непонятно. Мне хотелось посмотреть, как будет. Никомора, ой, эти злые водоросли атакуют. Все, пошли отсюда, Ник. Ладно, Ксения. Дай мне руку. Пошли. Ника. Да сюда пошли, сходим. Так тут же река. Ну да. А что, тут губы появятся? Нет, тут наоборот мяч. А что если она на другой берег? Вот так и будет сейчас. Она уже все это изведала. Так а как же мы ее туда хватим? Единственная проблема, что я больше всего боюсь здесь, чтобы никакого стекла не было. Ну, само собой. Ну, что ты там будешь делать? Так она еще и лягушка. И уносит меня, и уносит меня. Все, пошли, Ника. Она там рыбок ловит? Не знаю, что она там делает. Ника! Куда мы теперь? Вот туда бы ее к той веточке в солнце. Ника, тут веточки, ты там фотогеничка. Вот, прекрасно. А мы тут уже перейдем? Нет. А вот перейдем по камню. Но мы рисковать не будем. Такие штуки